Как мы уже говорили, братья и сестры, у нас сегодня особое время, особый день. Мы благодарны Господу за то, что мы можем быть в доме молитвы и соприкоснуться со святыней Господней. Мы будем участвовать сегодня в заповеди Господней, принимать хлеб, чашу. И мы благодарны Господу за это время. Мы дорожим этим временем. И оно, вы знаете, оно во многом останавливает нас, оно напоминает нам, оно дает нам время для того, чтобы мы могли проанализировать состояние своего сердца. Очень часто так происходит, когда мы приходим для того, чтобы участвовать в заповеди Господней. Звучат тексты Священного Писания, звучат проповеди, которые обличают нас, которые наставляют нас, которые дают нам повод для того, чтобы задуматься и сказать: «Господи, прости, может быть, на весах Твоего Божьего Слова я был неправ, мои поступки, мои действия, они никак не согласуются со Словом Божьим». И мы благодарны Господу за это, за то, что Слово Божье, оно живо и действенно, это есть меч обоюдоострый, который касается до разделения души и духа, оно судит помышления наши, мы благодарны Господу за это. И, знаете, большей частью мы, наверное, вот и очень часто мы с вами, когда находимся в части в заповеди Господней, мы читаем тексты Священного Писания из Нагорной проповеди Иисуса Христа, где Иисус Христос удивительным образом излагает истины, драгоценные истины, вот эти заповеди блаженства, когда он касается моментов, и он вспоминает заповеди, которые когда-то давал на горе, на скрижалях, каменных скрижалях именно Моисею. И я хочу, чтобы мы сегодня прочитали один из таких текстов. И в этом тексте поднимается, опять же, тема суда. Ведь мы знаем, что Господь удивительным образом отдал вот этот самый первый, самый важный суд в нашей христианской жизни. Он отдал его в наши руки. И вот давайте мы с вами прочитаем этот текст Священного Писания. Может, кто-то уже готов сказать, что это будет за текст из Нагорной проповеди Иисуса Христа? С 21 стиха. 5 глава Евангелия от Матфея, с 25 стиха. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему: рака, пустой человек, подлежит Синедриону, Верховное судилище. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Братья и сестры, наверное, когда начинается вот этот текст, мы видим, что Иисус Христос касается моментов или заповеди, шестой заповеди, которую Он некогда дал там, на горе, Он запечатлел их на каменных скрижалях, и где Он пытался донести именно вот характер Бога, да? Когда мы смотрим именно вот в заповедь, именно «не убей», мы понимаем, что Иисус Христос, что Он говорил именно вот этим текстом. Он, наверное, вот этой заповедью он хотел донести то, что он Бог, который дает жизнь, он не отнимает ее. Это его характер, это его сущность. И он говорит: не убей. А дальше он расширяет именно вот эту заповедь, и он говорит: всякий гневающийся на брата своего напрасно. Гневающийся на брата. Давайте мы с вами немножко вот так поразмышляем, немножко проанализируем. Мы не будем касаться других именно переводов, ведь масса переводов. Мы в основном касаемся синодального перевода, но есть и другие переводы священных писаний. Мы не будем их касаться. Мы просто возьмем и на вот это слово «гневающийся на брата» мы попробуем подобрать слова-синонимы. Как этот текст, может быть, по-другому немножко зазвучит именно сейчас? Гневающийся на брата. Как мы можем еще сказать вот в другом, подобрав слова-синонимы к этому именно словосочетанию? Гневающийся на брата своего напрасно. Ну, наверное, тот, кто злится и делает это зря, подойдет? Знаете, братья и сестры, наверное, вот проповедь, она немножко отличается от лекции или, может быть, от монолога, да? Гамилия – это беседа, это когда мы с вами имеем живое общение, когда мы можем с вами общаться, разговаривать. У нас беседа, живое общение, мы в внимании находимся. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Злится, да, и делает это зря.
может быть, без причины раздражается. Подойдет? Конечно, подойдет. По пустякам выходит из себя. Подойдет? Конечно, подойдет. Гневающийся на брата. Вы знаете, братья и сестры, вариантов может быть очень много. Смысл, он остается один. Единственный тот, кто дает место именно гневу. И делает это еще напрасно. Он подлежит именно суду. Внутри себя человек чувствует, испытывает какие-то вот такие негативные эмоции, негативные какие-то процессы, которые происходят, и он разрешает им находиться внутри себя. Он дает им место. Священное Писание, смотрите, что говорит, что будет с этим человеком, что нужно делать с этим человеком, который позволяет вот этим негативным процессам, эмоциям развиваться именно в своем сердце. Оно категорично, оно говорит, такой человек, такого человека нужно что делать с ним? Судить. Когда мы читаем, наверное, вот этот текст Священного Писания, нам становится страшно, да? Это очень жестко так, оно касается внутреннего проявления человека. И мы говорим, мы очень часто, наверное, касаемся этого, и мы говорим, что, наверное, мы не найдем ни одного человека, присутствующего даже в зале, который бы никогда не испытывал в своем сердце вот такие негативные эмоции, который бы не раздражался, который, может быть, бы не гневался. Да? Это то, что присуще человеку. И, наверное, в большинстве своем оно зависит даже от темперамента человека. Ведь мы говорим, что когда человек рождается здесь на земле, он рождается с определенным темпераментом. Характер, он формируется в процессе воспитания, а вот темперамент, с ним человек рождается. И мы знаем, что есть, вот различают разные темпераменты. Мы говорим, есть холерики, да? Это вспышка. Наверное, вот такому человеку очень сложно контролировать себя. Для него раздражение, это, наверное, присуще для его жизни. Он раздражается мгновенно. Ну, наверное, полегче вот тому человеку, у которого, вот, как говорят, сангвиник, да? Он, наверное, вот такие раздражители, он принимает больше с чувством юмора, и он легче проходит именно вот эти моменты. А есть человек, который вот такой тихий, спокойный, мы говорим, меланхолик. Но вы знаете, ему, наверное, еще тяжелее, чем холерику. Ведь у него тоже вот эти процессы, они накапливаются внутри. И ему еще тяжелее, потому что внутри у него разрывает именно вот эти моменты, когда ему хотелось бы, чтобы это выплеснулось все наружу. А вот флегматик, а ему, наверное, все равно. Его это не касается, да? И мы говорим, что действительно это присуще для каждого человека. И это те моменты, которые здесь на земле, они присущи для каждого. Так как нам с этим жить? Ведь когда мы читаем тексты Священного Писания, мы понимаем, что, ну, наверное, страшно. Может быть, Иисус Христос как-то хотел донести или объяснить нам, или заложить, может быть, еще расширить вот это понимание. Ведь мы понимаем, что когда мы находим тексты Священного Писания, он говорит, что гневался и Бог, и он тоже проявлял, у него были тоже чувства гнева. Вот Римлянам 1 глава 18 стих, он говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Смотрите, братья и сестры, что такое грех? Это когда человек протестует против Бога. У Бога есть заповеди, у Бога есть характер, его воля. А человек проявляет протест против Бога. Почему Бог говорит, как мы уже касались, не убивай? Потому что у него такой характер. Он говорит это, потому что для него это не присуще. А здесь протест против Бога. И он... В большей части он любит человека, он проявляет к нему именно доброту. И смотрите, о чем говорит Священное Писание, насколько человек отличается от Бога, да? Вот Бог, он испытывает чувство гнева, это протест как бы против греха, да? Ему чужд грех, когда он видит грех в жизни человека, в жизни человечества, в жизни вселенной.
это выражает или поднимается вот такое чувство гнева в его сердце. Конечно, он Бог любящий большей частью, и он до конца любит. Он говорит, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Но вот он гневается, если он видит грех. А вот человек, а он наоборот. Сердце человеческое, оно склонно в большей части даже оправдывать грех. Человек знает, что он грешит, но он оправдывает этот грех. И он отличается именно от Бога. Вы знаете, и мы говорим, что на самом деле, действительно, вот гнев, он может присутствовать и в нашей жизни, и это может быть какая-то негативная реакция, может быть, это быть реакция на какую-то несправедливость, опять же, на грех, который мы видим. Очень часто мы раздражаемся, жены раздражаются на мужей неверующих, которые видят, что вот на самом деле человек грешит. И очень тяжело переносить вот такие моменты. Они могут присутствовать именно в жизни христианина. Но когда мы здесь читаем текст Священного Писания, когда Иисус Христос говорит, «Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему?» Посмотрите, как последовательно развивается именно вот эта мысль. О чем говорит этот текст Священного Писания? Он говорит, что наступают в жизни человека те моменты, когда вот те эмоции, все то, что накапливается внутри в сердце, может быть даже и несправедливые, они вырываются именно в текст, когда мы начинаем произносить нашими устами. Когда мы начинаем, может быть, даже унижать человека. Когда мы начинаем, может быть, даже обсмеивать человека. Это все, что уже произвели наши уста. Кто скажет брату своему, пустой человек? Кто скажет брату своему, безумный? Вы представляете, вот наступает момент именно в жизни человека, когда человек уже не контролирует себя. Казалось бы, сначала, может быть, это все гнездилось в его мыслях, в его разуме, когда он, может быть, вот понимал, что это неправильно, что это... ну, не должно присутствовать в его сердце, в его разуме. А потом он совсем спокойно, с легкостью, он начинает унижать человека, он начинает обсмеивать человека. И это уже проблема. Это все, говорит Священное Писание, вот этот поступок, который я совершаю. Он говорит, вот это, оно уже подлежит суду. Не должно этого быть в христианской среде. Не должно это присутствовать в христианской среде. Где искать выход? Если у нас, в сердце нашем, рождается, может быть, грех, рождается гнев, может быть, какие-то моменты, когда я осмеиваю, когда я унижаю, когда я, может быть, несправедливо отношусь к другому брату или сестре. Он говорит... вот Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Знаете, Давид, у него было состояние сердца, когда ему на самом деле было очень тяжело, когда он был стесняем, когда он действительно находил моменты, когда он убегал от врагов своих. Он говорит в 138-м псалме, он говорит, полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Наверное, вот в этот момент он бы с легкостью мог позволить себе, да, проявить некий, сделать некий поступок, позволить, чтобы именно вот, вот этот негатив, кажется, справедливое отношение к тому, что его постигло, да, чтобы оно выплеснулось в какие-то действия, когда он мог бы произвести суд в своей жизни. Когда находился рядышком Саул, а он отрезал только край одежды, но Давид не позволил себе этого сделать. Но смотрите, что делает Давид. Он открыт для Господа. Бог называет его другом своим. И большей частью он это делает, потому что он видит, что Давид в своей жизни, он искренен. Он видит состояние своего сердца, и он называет его по имени. Он молится пред Господом, он открыт как книга, он душу свою открывает пред Господом. Представьте, это он говорит Богу. А что в это время не было вот текстов, которые говорили бы, что ему нужно любить врагов. Конечно, он знал это.
Но он понимает в состоянии своего сердца, что ему сейчас очень тяжело. И он говорит, он открывает, как есть пред Господом. И он говорит полной ненавистью: ненавижу их, враги они мне. Он это говорит для Господа. Вот это то состояние сердца, это то, чему нужно научиться все открывать пред Господом. Он все знает, поэтому он и отдает первый суд именно в наши руки. Он говорит, чтобы я анализировал, взвешивал на весах, на Божьих весах, каково сегодня мое отношение к брату или сестре, которая находится рядом со мной. А может быть, уже и я в своей жизни, может быть, позволяю где-то в мыслях унизить брата или сестру, унизить, может быть, его служение. А может быть, я уже позволяю, чтобы мои уста были открыты для того, чтобы опять же сказать вот эти слова, которые мы читали с вами, унижая, осмеивая брата или сестру, может быть, оскорбляя его. Братья и сестры, это те моменты, на которых особо обращает книга Библия наше внимание, о котором говорит нам Священное Писание. Это те моменты, на которые нам необходимо обращать внимание. Вы знаете, Иисус Христос когда-то, вот мы видим историю жизни Давида, он все это приносил Господу, он открывал пред Господом, он понимал, если я открою пред Господом, Господь придет на помощь, Господь поможет мне. Иисус Христос, он поступал, наверное, точно так же. Ведь вся его жизнь, все его служение здесь на земле, мы уже не раз с вами говорили об этом, оно проходило именно вот в моменты, когда его не принимали, когда враждебно были настроены. Это были враги, которые смеялись ему в лицо. Это были те люди, которые прибивали его руки гвоздями ко кресту. Вы знаете, как переносил все это Иисус Христос? Он открывал все это перед Небесным Отцом. Мы читаем текст Священного Писания вот в послании к евреям, в 5 главе. Он поступал точно так же, как делал это когда-то именно Давид. Он говорит: с великим воплем, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его. Он молился Небесному Отцу. Он просил у Господа именно сил и помощи. Он искал там поддержки именно у неба. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам. Ведь мы стоим с вами перед моментом, когда нам необходимо будет участвовать в заповеди Господней. После вот этого примера, вот контекста этого текста Священного Писания, он начинается, наверное, с 17 стиха, когда Иисус Христос говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Вот это вступление, а потом вот такой практический первый пример, когда он говорит, чтобы мы обращали внимание, что гнездится в нашем разуме, что гнездится в нашем сердце, позволяю ли я в своей жизни, может быть, унижать брата, оскорблять его, чтобы я следил за своими устами, что произносят мои уста. А дальше он говорит, человек может даже позволить себе именно в состоянии, в таком состоянии сердца идти для того, чтобы принести жертву Господу, для того, чтобы участвовать в заповеди Господней. Он говорит: ты не должен этого делать. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой. Ведь, наверное, эти моменты, они очень заметны именно в жизни человека. И, наверное, тот человек, в адрес кого адресованы, может быть, эти насмешки, может быть, унижение, он это знает. И это очень часто его обижает, это его унижает. А человек может спокойно, тот, который сделал это, спокойно пойти для того, чтобы участвовать в заповеди Господней. Он говорит: такие моменты не должны присутствовать. Все, что мне нужно именно в этот момент, это подобно Иисусу Христу. Открыть свое сердце перед Господом. Открыть для Него свое сердце. Подобно как Давид сказать: Господи, вот есть в моем сердце момент, когда я унижаю брата. Когда я, может быть, оскорбляю его или еще что-то есть в моей жизни, что не творит Твою святую волю. Я искренне открываю все это перед Тобой. Я отдаю это для Тебя, братья и сестры, чтобы Господь простил, помиловал и омыл. Вы знаете, для того, чтобы именно
все это не вылилось уже в адрес именно брата или сестры. Вот в самом начале, когда только, может быть, есть какие-то предпосылки, моменты, когда я могу себе это позволить, когда я чувствую, что в моем сердце уже гнезди, в моем разуме гнездится мысль для того, чтобы унизить. Вы знаете, что нужно делать? Склоняться на колени пред Господом. Если я не открою все это пред Господом, если я не скажу пред Господом, подобно как Давид, Господи, лютой ненавистью я ненавижу, я это обязательно, у меня не будет того шанса, я это если я не открою пред Господом, я обязательно это выхлестну на брата или сестру. Пусть Господь сохранит нас от таких моментов жизни, чтобы мы могли побеждать это все в самом начале, когда только в нашем разуме, когда только в нашем сердце гнездится мысль, и я это позволяю себе это делать. А если я, может быть, в своей жизни уже совершил поступок, и этот поступок уже стал очевидным, уже брат или сестра ощущает на себе именно вот эти моменты, чтобы Господь дал молитву покаяния, чтобы Господь дал молитву исповедания, чтобы я открыл все это пред Ним и сказал: Господи, прости меня. Я хочу сегодня участвовать в заповеди Господней достойно. Вы знаете, Господь даст силы, Господь укрепит, Господь поможет. Знаете, наверное, вот когда мы смотрим именно на жизнь детей, оно особо заметно. Вот в детском возрасте они, вот они склонны к тому, чтобы... Вот в школе очень часто дети, они осмеивают поступки других, да? С возрастом это все уходит. С возрастом это все приходит именно в норму. Знаете, все зависит от нашего духовного состояния. Насколько я сегодня способен все это открыть пред Господом и сказать: Господи, помилуй, Господи, прости меня, Господи, не позволь моему сердцу, моему разуму, моим устам именно совершить вот это. Я хочу, чтобы вот этот самый первый суд ты отдал для меня. Я осуждаю себя. Я прошу у тебя милости, прощения и благословения. Я хочу, чтобы сегодня мое участие в заповеди, оно было достойным участием. Чтобы, соприкасаясь со святыней твоей, с той силой, которую мы приобретаем, участвуя в заповеди Господней. Сила, которая помогает мне, которая ведет меня, которая укрепляет меня и дает мне победы в жизни. Чтобы это принесло для меня благословение. Чтобы не только я, чтобы моя семья, чтобы это было благословение для моей семьи, для детей, для, может быть, для внуков, для правнуков. Благословения Господни, они распространяются на тысячи родов. Это та милость, которую дает именно Господь, когда я контролирую себя, когда я взвешиваю себя на Его весах и не позволяю врагу душ человеческих именно вот производить работу в моем сердце. Поэтому пусть Господь поможет нам. Я хочу, чтобы сегодня вот это участие в заповеди, оно для каждого из нас принесло благословение. У нас будет сейчас еще молитва, когда мы можем вот так в простоте наших сердец открыть все пред Господом, как сделал когда-то этот Давид. Он сказал Господу: Господь, я лютой ненавистью ненавижу врагов своих, и я все это открываю пред Тобой. Ты видишь мое сердце, и Ты позволишь мне, Ты дашь мне эту силу победить все это в моей жизни. Может быть, есть какие-то другие моменты в нашей жизни. Мы коснулись вот только несколько моментов. Ведь жизнь, она складывается из многих моментов. Может быть, какие-то другие. Может быть, какие-то другие моменты, которые мне очень сложно победить. Которые, может быть, уже приводят к поступкам, к действиям в моей жизни. Господь, опять же, прости меня. Омой, очисти, обнови, яви благодать Твою и веди меня дальше по тому пути, который Ты определил, чтобы Твои заповеди, чтобы Твой характер, чтобы Твоя воля, они были определяющими в моей жизни. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Давайте мы сейчас склоним наши колени и помолимся Господу. Аминь.